В районе Щиеле Кызылординской области есть аул, в котором за полтора года не зарегистрировали ни одного факта кражи скота и вообще ни одного преступления. Здесь живут 518 семей, это более 1000 человек. Тохтар Байдулатов – уроженец этих мест. Став участковым, он первым делом наладил взаимодействие с жителями и аксакалами аула, администрацией поселка, учениками местной школы и их родителями. Участковые вместе с администрацией аула организовали коллективный выпас скота. Теперь животные пасутся под постоянным присмотром. К тому же Тохтар вместе с помощниками верхом или на машине проводит постоянное патрулирование поселка и его окрестностей. В поселке около 100 подростков. Многие из них участвуют в вечерних рейдах участкового. Тохтар в целом в курсе всех событий в ауле. Каждый день он обходит дома сельчан. В Жиделе работает общественное формирование «Сахше Сарбазы». Каждый день по двое сельчан помогают участковому следить за порядком. В целом, по всей Кызылординской области на 20% стало меньше фактов скотокрадства. Этому способствовали и специальные, разработанные правоохранителями меры профилактики и ужесточения наказания за это преступление. Теперь за кражу скота можно лишиться всего имущества и провести за решеткой от 5 до 12 лет, в зависимости от обстоятельств дела.